Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю вновь и вновь из города Косли Челябинской области. Здесь, на Южном Урале, в эти дни проповедую. Это июнь месяц, на протяжении всего, собственно, июня месяца. Продолжается моя здесь поездка по Южному Уралу, по этому огромному региону. Это первая моя поездка сюда, в Челябинскую область, и молимся о том, чтобы здесь, в этих городах, селах, по всей Челябинской области, чтобы Господь поднимал православных нового поколения, реформаторов, обновленцев, чтобы сотни церквей реформаторские, такие православных, были начаты в служении своем, начались и здесь, в Челябинске, в области, и, в общем-то, по всему Южному Уралу и по всему Уралу. Слава Богу! Молимся за спасение людей здесь, потому что действительно множество душ, знаете ли, приходило на служение, множество людей очень разных, разной конфессии, неверующих, разных людей. И многим повторяли молитву покаяния, была молитва за исцеление людей, за освобождение людей от всякого рода зависимости и зла, от греха. И знаете, друзья, пусть Господь благословит труд Божьих служителей, которые здесь несут Слово Господне, а здесь, в Челябинской области и по всему Уралу. Слава Богу! Да, дорогие друзья, и снова я хочу призвать всех к молитве за Челябинскую область, о пробуждении здесь, в Челябинской области и по всей России, собственно. В эти дни мы молимся, конечно, особенно за Челябинск, за Челябинскую область, но молимся и за всю Россию, за духовное пробуждение, за спасение людей, слава Богу. И в июле месяце, в наступающем следующем месяце, 12 июля, всех вас приглашаю в Киев на конференцию нашу, реформаторскую, православную, обновленческую такую конференцию, которая называется «Петропавловский собор». РПЦХС, то есть Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, мы будем собираться в Киеве на Первомайского 6, на Кловской, для того, чтобы действительно прославить Бога еще раз, пообщаться. И я хочу, как епископ, как архиепископ церкви, поделиться вот именно ведением, планами реформации, дальнейшего нашего движения, слава Богу, и расширения православного обновленческого движения и в Украине, и в России, и в Беларуси, и в других странах бывшего Союза, и в других странах мира. Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! Из города Косли, Челябинской области, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Слава Богу! 20 июня 2015 года. Благословение всем вам во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.